модификатор wave, то есть волна, очень похож на модификатор ripple, React. Но есть небольшая разница. Волна, то есть wave модификатор, распространяется не на все стороны, а только вдоль некоторой оси. Для того, чтобы работать с вейвом, объект нужно конвертировать в редактируемый полигон. Я это уже сделал. Теперь по параметрам. Параметров здесь немного. Амплитуда 1 и амплитуда 2. Одни из самых важных параметров. Амплитуда 1 – это параметр амплитуды первичной волны. Если смотреть сбоку, даже немножко не сбоку, а вот так вот, более будет понятно. Это волна, которая образуется в центре и которая гаснет тоже в центре. То есть вот так. Амплитуда 1, точнее амплитуда 2 у нас равна нулю, и она стоит на одном месте. Если менять ее, точнее ее значение, мы видим, что форма волны изменяется тоже. Длина волны. Стандартно, если не ошибаюсь, стоит значение 50. И можно его менять так, как вам нужно. Дальше. Есть еще два параметра. Фаза, то есть phase, и decay, то есть затухание. Чем выше параметр затухания, тем, естественно, более сглажена будет форма наших волн. И, естественно, фаза. Тут у нас как бы это сказать, все движется по синусоиде или косинусоиде, вот, напоминает движение змеи. Если делать вот так, то будет очень похоже на то, как, например, плывет змея. И получается, параметр phase, то есть фаза, используется больше как для анимирования объекта. Но если вас не устраивает, например, положение этих двух точек, вы немножко проклацываете, и оно меняется. И у вас уже будет не две вершины у верха, а одна. То есть форма хорошая, а вершины находятся не там. Взяли, поменяли. Меняете амплитуду. Вот, меняете амплитуду 2. То есть и настраивайте все то, как вам нужно. Параметров не очень много, это очень простой модификатор.